Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Citroen C-Crosser 2007 года выпуска. Двигатель 2.4 бензин. Коробка вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 182 тысячи километров. Заменю на нем задние стойки стабилизатора. Застучала одна, но меняются только парой. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и добираюсь до стоек. Поднял автомобиль, снял задние колеса. Вот она, левая сторона, которая у нас стучала. Немножко почищу резьбу. Смажу ее ВД-шкой. И также спереди. Пусть немножко покиснет и откручиваем. Головка на 14. О, открутилось вообще замечательно. Так, а эта сторона так легко не хочет откручиваться. Я возьму, зажму вот этот палец. Здесь он не под ключ. Здесь шестигранник внутри. Но неудобно залезть ключом. Поэтому попробую зажать зажимными щипцами вот эту втулку. Шестигранник на 5. Ставлю шестигранник в палец. Не хочет. Выломаю стойку и зажму палец.
Подзакисло маленько, потом пошла легко. Шестигранник начал прокручиваться, поэтому я уже не стал его ломать. Беру новую стойку. Фирмы «Три пятерки» SLB015L. Это левая сторона, а точно такая же SLB015R. Это правая сторона. Смазываю резьбу. И наживляю. Не получилось затянуть по-простому. Так, одену накидной еще. Так, нижнюю гайку я затянул, затягиваю верхнюю. Все, верхнюю гайку я тоже затянул. Аналогичным образом иду, меняю со второй стороны. Здесь даже наклеечка наклеена с буквой L. Устанавливаю на место колеса. Вторую сторону установил. Наклеечка синяя цветом. Буква R. Все. На этом замену стоек заднего стабилизатора я закончил. Втулки уже менял. Всего вам доброго.